Загрязнение мусором – это одна из главных экологических проблем современности. С каждым годом земля все сильнее покрывается отходами, а большие площадки отводятся под свалки. Тонны отходов вывозят на полигоны, становясь глобальной проблемой. Годами подвергаясь воздействию осадков солнечных лучей, они начинают разлагаться. Для решения ситуации строятся заводы по переработке мусора. Тем не менее, количество отходов не уменьшается. Поэтому руководство области уделяет внимание вопросам экологии. Учитывая большое скопление твердых бытовых отходов в регионе и вред, причиняемый для окружающей среды, вопрос по их утилизации не сходит с повестки дня. Одна из главных экологических проблем, которая не решается в течение многих лет, это проблема сбора, утилизации и переработки твердых бытовых отходов. В настоящее время большая часть таких отходов вывозится без предварительной сортировки на неадаптированные свалки, не отвечающие требованиям санитарных стандартов. Что говорят специалисты по решению указанных проблем? Очередная проблема – увеличение объема твердых бытовых отходов. По этому вопросу принимаются некоторые меры, имеются планы работы в данном направлении. В том числе сбор твердых бытовых отходов, раздельный сбор, открытие сортировочного комплекса, строительство перерабатывающего завода. В этом направлении в текущем году подписан меморандум с акиматом города Тараза и компанией ТО «Экоэнерджи Плант». Заключен договор. По данному проекту планируется переработка 75 тысяч тонн отходов в год. Поэтому давайте внесем свой вклад в то, чтобы бытовые отходы доставлялись в соответствующие места и не выбрасывались в неположенных. Давайте сохраним чистоте среду обитания, так необходимую человечеству, призывают специалисты. Кулиш Умурзакова, Ислам Хамшибек, Азамат Бескенов, 77 News.